Доброе утро, дорогие друзья. Вот такое утро. 10 утра. У нас дождик. Ой, я в новых брюках. Чистых, красивых. А они меня сейчас обрызгают грязью. Саши. Это круто. Молодец. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Так, я сказала, да, что это Индия Дели Мейн Базар. Мы сейчас поедем в Феста кафе завтракать. Я проснулась в 7 утра и только сейчас решила разбудить Саши. Я ему всегда даю поспать. Доброе утро, good morning, bonjour, comment allez-vous? Let's go for breakfast. Да-да. Как приятно, прохладненько. Here we sit in the night. Ага. Он здесь тут с друзьями по вечерам сидит, болтает. Ага. Ребенок пустые бутылки собирает. Трудится, зарабатывает. Водитель сказал, ты хорошо по-русски говоришь. Ой, по-русски, господи, по хинди говоришь. Спасибо. Ну, тут еще видите, какой факт. Он же с иностранкой. Вероятно, и сам иностранец, не совсем похож на индийца. В одиночку они бы его, наверное, и признали за индийца. А со мной не признают. Так, это вроде феста, нет? ₹50 дал Саши. Это, конечно, много, поэтому тут прямо ко лбу приложу. Доброе утро! Доброе утро! Проходи, мы вот здесь устроились, за стеклом. Это я просто на свежем воздухе тебя ждала. Саши не выдержал, решил привезти тебя. Happy morning. Вот у нас все время завтрак, получается бранч. Практически завтрак и обед вместе. Что мы будем кушать? Я возьму Fiesta Special Breakfast 190, яйца жареные с одной стороны, жареная картошка, тосты, масло и джем 190. Напитки здесь дорогие. Чай со льдом 225. Милкшейк. 190-200. Да, нормальный брекфаст. Еще у них есть окма, но я не хочу окму пробовать здесь. Я боюсь, вдруг не то, что в Южной Индии. Would you like one egg? No? One egg. Okay. Держи. Toast. You will take jam, okay? Yeah. This is your чай. Thank you. Держи. Сейчас Олечке плейн-парату принесут. Так, Олечка хочет отправить посылку. Мась, тебе. Вот. И мы идем в сторону Аджай Гестхауса. Сейчас Саши нам все покажет, как все это делается. Напротив нашего отеля вот такой вот переулочек небольшой. И здесь есть вот это вот Аджай Гестхаус.
А тут все виды отправлений. Сидекс. И все такое. Вот в Россию, например. Так, в Украину 1600 первый килограмм, каждый следующий 620. В Россию 1680 первый килограмм. No, this is different price. Different? Yeah, no change the price. No change the price. Russia now, how much first kg? I can ask. I can check. Поменялись цены, говорит. Вот. Но в любом случае, допустим, если ты отправляешь 10 килограмм, это выгоднее, чем отправлять 1 килограмм, в том смысле, что, вернее, 10 посылок по 1 килограмму. Потому что первый килограмм самый дорогой, 3 раза дороже. Россия, first kg. 1820 и каждый следующий 480. And this next kg, да? Next kg. Okay. And packing, how much? 400 рупий упаковать. Так. 1820. Хорошо. 1820. Он все напишет. Thank you. А где Олечка? Так, смотри, в Россию первый килограмм 1820, упаковка 400. А сколько там получается? А? Сколько там получается? Ну, 2220. Нет, а каждый следующий, если она у тебя больше килограмма, то плюс 480. А весит моя сколько? Не я не знаю, надо проверить, сколько весит, но плюс упаковка. Они там коробочку же упакуют. Шаши. Может быть, 2 килограмма и выйдет. Да, он был на нашей свадьбе. Намасте. Намасте. У него туристическое агентство, оно рассчитано на японцев больше. Он говорит по-японски, у него жена японка. Вот. И он принимает группы японские, там им этот автомобили, все такое, туры. Хочешь, посмотрим магазинчик? Ну вот, вот тебе это, значит, вот в России вот такие они мне написали. Вот твою посылку пакуют. Вот это вот 2 картонки и скотч. 400 рупий упаковка. В принципе, мы могли сами упаковать. У нас есть скотч и картонки. Ну пошли хоть посмотрим тряпочки, может. Вот здесь тут рекламные плакаты Токио. А здесь было наподобие шведский стол, можно было обедать. А там были котятки. Кошка с 5 котятками. Кто-то, наверное, там живет, потому что тарелочка есть. Ой, такая легенькая, тряпочная. Две за 1000. Даже мой размер практически. 3 за 1000. Если бы 1 за 300, я бы купила, а целых 3 мне не надо. Ой, какая прелесть. Бабочки. Ну, огромный размер. Баттерфлай. Ой, вот это мне тоже нравится. Такая ткань приятная прям. H&M. Ну, я вот нашла как бы одну такую для себя, но... У них
ценовая категория, ну это как туничка. Да. Ценовая категория 3 штуки на 1000. Так вот, а все, у нее ни цвета, ни цвета нету выбора. Но она сказала все. Но на других написано 2 штуки на 1000. Хочешь, сходим туда, вот где я белые блузки покупала? Мне вообще нужно какое вот сегодня ехать. Там платье есть, там много всего есть, юбки. Ну, короче, сходим. Да? Да. Да. Ну, сейчас отправим твою посылку и сходим. Ой, такая милость. Угу. Видишь? О. Ну, она же с дырками. Так внизу майку обычную, в обтевляпку. А это сколько стоит? How much? 1200. А. То есть это не подходит под ценовую категорию? Все по 5. Ценовая категория вчерашняя меня устраивает. Вот. Нет, ну это как-то в тряпочку превратится. Какая-то такая. То, что мы были на Сараджине. А, ну это святое дело. Мы теперь знаем, куда ездить. Да. Ольга пишет, хочу всего этого. Я говорю, приезжай, билет в Индию и идем на Сараджини Маркет. Они еще на Сараджине не были? Тогда, да. Ой, мне вот это нравится. Как бы, это когда одетая, это офигенско должно смотреться. Ой, это да, смотрится. Ты прямо как выпускница, такая нежненькая. Тебе хорошо? Даже девочка улыбается. Ну что сделаю я своим стилем боха? Ну это боха, да, вот прямо боха-боха. Красота. Опа! О, какая спина-то, 1200. И попки вентиляция. Слушай, что у вас тут такое? Не знаю. Я не разбираюсь с этим. Как мне это платье понравилось. Я была бы за... И она хлопковая. Я была бы... Тут же у меня фигура образовалась. Побольше размер нашла. Вон еще какие. Этот шопер. Смотри, какие брючки. У них такие модно. Брючки, а внизу валанчики на каждой брюченке. Нет, мне не нравится. Не знаю почему. Шин. Не он. Убирай камеру, сейчас будет секас. Упс, секас. На самом интересном велели отвернуться. Куда мы идем-то? О боже. Грязь. Вкусного. Вкусного я уже не хочу, я уже поела. Для глазок вкусного. Оля, ты меня совсем не видишь, а я, между прочим, в новых льняных брюках. Ну, зимой-ка, я думаю, что ты красавица. Ну, так сказать, захода шопинга. Из первого. Ну, ну классно же, они не широкие, они дышат, и ветерок под них заходит. Дышат. Не бомжатки вот такие широкие, не узкие, что ногу прям сдавливают. Кайфушник же, да? И да, пофигу, что приятненько. Кого-то опять бесят мои штаны. Прям вообще плевать. Ой, твои штаны опять. Спец ты раздраконивать народ своими штанами. Еще висячие. Чего они гудят? Я же им уступила. Ого, подушечка. Смотрите-ка. Сапануток. О, мой любимый размер. Я люблю на ухо класть подушку. На такую ухо. Положишь на ухо и проспишь до утра.
вот видишь, я говорила, ну прикольная, 2000 стоит. 200, да. Price. И хочу еще вот... Хорошая такой цена. А это наподобие наволочки на круглой подушечке. А вот, 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 вот. Раджастанские. А такие сколько, how much? 150. 150 всего. Золото. Вышивка побольше есть. Есть вообще огромные. Это тоже вон там молния. Это тоже наподобие наволочки. И это наволочки. Раджастанские слоники. Это уже картины. А там еще, вон видишь, какая есть? Вот такая более глубокая арка. Да, мне вот эти арки нравятся, я хотела. Нравится глубокая? Я имею в виду вот такая вот. Да, 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 да. Шимин deep, like this. Yes. Шимин this. Нет, я ему вот это. А такую? 3 метра. Beautiful. Yes. Я вам this? 600. 600. Метр 200 выходит. Нормально. This 1 meter 200, на? Да, 1 meter 200. Yes. Вот такая сумка 300. Но он сказал, что может за 250 отдать. И разные расцветки. Вот тут помпончики белые, голубые помпончики. All many colors, yes. Оранжевые, фиолетовые, синие. Есть маленькие кошелечки. Есть побольше кошелечки. Есть непонятные шарики. Наподобие шкатулки, что ли. Но вот это вот отделка из сломанных пластиковых браслетов. Наклеили, подошли творчески. Вот здесь арочки глубокие. Большие картины со слониками. И... Я не знаю, какая мне больше нравится. Вот такая метровая 200 рупий стоит. Да. 3-метровая 600. У меня просто проход, и я хочу на проход вот так вот ее подвесить. Угу. Там не дверной проход, а просто проем. Угу. Вот это может на кровать вот так положить, как у нас в отелях положено? Или на подголовник. А-а-а. Или куда? На стену вот так. А-а-а. Много ручного труда здесь, конечно, в таких вещах раджастанских. Красиво. Тоже красиво. В зависимости, какую я куплю, синюю или кремовую, или угу. Поедут ко мне. Угу. Красиво. Да, они не будут выделяться, но будет вот такой. Окантовочка такая. Да. Тебе для поднятия духа песню поют. Да. А это что? Это на стол? Это, по-моему. This is for what? In the table. Это на стол, говорит. Шестьсот, 400 и 200. А лампу чего он тебе предложил? Чего не захотела? Спасибо. С Рудракшей. Действительно. Чего тебе запрещено? How much lamp? Good price, 150. 150 всего такая. Аутентичненько. Представляете, сколько тоже работы? The same main bazaar 300. Такие же на main базаре по 300 продаются. Okay. Вот так, как вот эта подушка голубая. Вот это вот матрешки. Слоник, пингвин и котик. Inside 3. Inside 3, ага, внутри еще 3.
Пошли блузки посмотрим. Да, эти леггинсы. Оля, по-моему, такие вот почти как мы купили. Ну, да, только тут синтетика. Тот же материал. Смотри, какие манго. Посмотри, какой размер. Огромадные. А запах? Ну, точно на полкило. Не кусай. Так, и от нашего отеля мы идем в сторону Рамакришна метро. Не быстро. И я вот сейчас найду этот магазин, в котором я все время покупаю хлопковые блузочки. У меня девочки туда пришли. Говорят, мы вот от этой блогерши. Он сказал, что после нее у нас только приехало оптовиков из России, Узбекистана, Казахстана. Вот. О, здесь могут быть леггинсы, извините. А мне они даже скидку никогда не делают. Злодеи такие. Хотя им признаются, что... Я им много клиентов, покупателей. Открыла их магазин для многих. Ага. Саши опять сидит там со своим другом Панорамой. Намасте. Шопинг-шопинг. Я пить хочу. Давай. А, давай спросим Саши, он 300 отдал. Ага. Да, little bit, we are buy white blouses. Сода-то есть? Я такую штучку хочу. Ну, а я тогда там сап. Что это ты такое с молоком? А вот это мы тоже ели, очень вкусно, это с фруктами, кусочки фруктов офигенно. Mm-hmm. Манго с чем? Ананас. 190 рупий. Это 90. And this? 70 рупий. Это 70. Ну понятно, разница небольшая, будем брать. Mogo is Thailand very popular in с кусочками, вон прямо фруктов. Я хочу вот это. Ага. This one, whiskey. Оля. Пошли. I leave for 10 minutes. I leave for 10 minutes, my Pepsi. По-моему, вот какой-то из этих магазинов. Сейчас. Вот этот. Kailash International. Good. Да, good, thank you. Это вот почтового отделения парень. Оп. Какой из них-то? Вот этот, который глубокий. Пошли, очередной девчачий рай. Побежали. Да не, спокойно. Так, время. Он еще не закроется. А время у тебя? У меня времени навалом. Вот здесь все вот эти вот, что продается в Гуае, везде. Здесь практически от производителя много всяких разных туничек, но моя любимая полка это вот эта, со всякими разными блузками. Ну и платьями, конечно же, тоже. Я вот такие вот... Вот таких много напокупала, у меня всех цветов есть. Здесь просто хорошо, здесь у них все упаковано, размеры все есть, все расцветки есть. О, классно. Ну вот мне такие малиновые взять? Светлые тоже. Или розовенькие? У меня розовая, ярко-розовая дупата. Ярко-розовая. И белое платье у нее. Белое платье, молочное. Ну, пойдет. Или розовенький свет. Нет, лучше. По-моему, вот это, если у вас дупота есть такой, да. Тогда будет вот как раз комплект. Вот, возьму. Сколько? 250. Сколько? 250. 250. Положи на стол вот это, покажи мне.
Ну, понятно, что они здесь. Ну, они, естественно, залапаны, да. Но они у них, они выносят новые в упаковке. Вот это до колена. Да. Сколько стоит вот this? Вот 400 рублей. 400 такие. А такие? Это юбка сарафан 350. 350, вообще красота. Действительно, ее можно носить и юбкой, и сарафаном. Вот такие вот они похожие, длинные. Вот с новой коллекции можно. Где новая? Красивые. Вот это вот красивое. Вон у него. Все так хорошо упаковано. Посмотри, Олечка, тебе он сейчас покажет. Ты любишь беленькое. Значит, широкая там. Угу. Сколько такой? 600. 600. Хлопок тонкий-тонкий, с подкладкой. Сзади резинка, полная подкладка здесь. Угу. Очень красиво. Колено хотите тоже есть. Нежная, эффектная. Хлопок тоже. Расцветок у них. Вот все. Все, что можно придумать, у них есть. Ой, такая прелесть. Угу. Девочка. Супер. Прекрасно. Наряжаться. Все? Да. Увидимся. Ты пошли, сейчас... да. У тебя большое свидание, возможно, и у меня свидание. Может, даже и у Саши свидание. Сегодня нам днем надо всем разбежаться по свиданиям. Короче, до свидания. Нам всем на свидание. Нам всем на свидание. Да. Спишемся в 5 часов. Вечером, да, куда-то он нас пригласил. Ну, я буду в старом деле как раз. Может, тогда на связи. Да. Пошла, съем манго. И начну уже монтировать. Я снимаю, но у меня не хватает времени и вдохновения для монтажа. Давай. Все, пока. Maybe afternoon I meet Albina, I don't know. She called me. Мне Альбина звонила. Хочет встретиться. Если она еще раз перезвонит, если она свободна и все нормально, то мы с ней увидимся. А так она была где-то на курорте. Еще дня 2-3 назад она позвонила. Я говорю, ну давай встречаться. Она говорит, я пока не могу. Приеду, встретимся. Все, друзья, я вас обнимаю. Берегите себя, берегите друг друга. Мир вашему дому. Конечно же, продолжение следует. Я пошла отдыхать.